Кривенко 6-й номер, Артур Кусков 7-й, Матвей Лукин 3-й, капитан команды Денис Першин 4-й, Макар Пестов 10-й, Егор Шевелев 8-й номер, Максим Эдуардович Боков, главный тренер футбольного клуба ЦСКА 2004 года рождения. Начали команды центра поля. Мяч прямо сейчас находится на половине армейской, и будет Рухмаков бросать тот из-за боковой линии. Отошел практически центральной линии, и отсюда будет направлять свой взор. Бросает на Подгузова. Подгузов вышел на замену впервые в этом сезоне в составе «Динамо» 2004. Первого состава в поединке против «Спартака» 2. Ту игру сегодня постараемся вспоминать поменьше. Если говорить персонально об этом игроке, то для него этот матч стал второй в этом сезоне вообще за «Динамо» 2004. До этого выступал он преимущественно за второе отделение этого же года рождения. Баваев, его ускорение, передача на Донского, и сразу же пытаются в контроль действовать динамовцы, подключается к атаке Локтионов. Также не забывает пойти вперед Рухмаков. Локтионов. Технично играют динамовцы. Пас на Донского. Тот оставляет мяч под Гузову, но здесь то самое не понимание друг друга, когда в команде недолго играешь. Донсков капитан, Донсков в этой команде лидеры достаточно давно. Подгузов, повторюсь, всего лишь второй матч играет. Поэтому возможны вот такие вот мелкие недочеты. Все-таки стоит сказать о последней игре подопечных Павла Алексеевича Алпатова. Проигрыш футболистам из «Спартака-2», причем уже второй в этом сезоне. Опасный момент возникает тем временем у ворот Дениса Давыдова, и, откровенно говоря, прощают армейцы нашего вратаря вместе же с нашей командой. Дыра организовалась в центре обороны, не сориентировали за Дензаль вместе со Станиславом Бессмертным. Кто должен занимать позицию в центре, вернее, извиняюсь, не Станиславом Бессмертным, а Ткаченко, который уже вот вторую игру подряд выступает на позиции центрального защитника. Рухмаков играет на фланге. А Касабов, которого сначала Алпатов пробовал на позиции центрального защитника, переместился. И также уже второй матч подряд выступает в опорной зоне. Вот такие вот дела. Изменения грядут. Смещается на фланг Ткаченко, но все-таки страхует он зону Рухмакова. И пройден наш новоиспеченный центральный. Отскок в пользу Бабаева должен произойти, но не успевает. Седьмой номер к мячу на подхвате армейца. И в одно касание выполняет передачу Тимура Саян. Штрафную площадь низом. Может быть, стоило в той ситуации навесть. Отбились динамовцы, и будет возможность у Бабаева разбежаться. Он умеет на скорости проходить. И не раз он демонстрировал эти свои навыки, в частности, в поединке против ЦСКА первого круга. И та встреча, в отличие от прошлого матча для динамовцев, наоборот, завершилась яркой и уверенной победой со счетом 5-1. И единственной победой нашей академии над академией ЦСКА в первом круге. Что радовать не может, но тот матч в отдельности, конечно же, можно. Будем надеяться, что похожее мы увидим и сегодня, тем более динамовцы играют дома, и тем более им именно сейчас нужно доказывать свои притязания на высокие места после поражения от «Спартака-2» на стадионе имени Нет. Теряет мяч, Бессмертный, сместившийся в центр, и освобождается здесь зона. Ткаченко ее страхует, но получает футболист ЦСКА мяч штрафной и разгуливает так, как будто ему и никто и не мешает. Артур Кусков сыграл на ближнего. Активны футболисты ЦСКА на первых минутах. Но вот это шанс для динамовской стороны проводить контратаки. Нет Шульженко, который неплохой мяч забил в игре первого круга. Но есть Подгузов. Посмотрим, как заметит его на позиции центрального нападающего. Ну, а может и саму Льви Бабаев будет частенько на позиции ЦФ появляться. Наверное, динамовцы 2004 года рождения — это единственная команда среди зачетных возрастов, в которых нет такого ярко выраженного центрфорта. В 2006-м это Кавардаев, в 2005-м это Артем Крыловский, в 2003-м это Ярослав Гладышев, а вот в 2004-м Коликова пробовали на этой позиции, Кананыкин выходил, Рупадеров бывало выступал
Бабаев и так далее по списку. Прострел под Гузов, падение. Встает под Гузов. Но ни он, ни Локтионов, ни кто-либо еще пробить так и не сумели. Отбор на чужой половине поля. Разыгрывает этот мяч «Динамос» и выход 1-1. Удар по своим воротам, но уже было зафиксировано положение вне игры. А так мог возникнуть и первый автогол. Но Локтионов, который открывался как раз-таки под последнюю передачу в этой атаке, по мнению бокового рефери, оказался за линией офсайда в момент передачи. Вот и динамовцы огрызнулись, что называется, и продолжают атаковать. Иванов пошел вперед, свою зону освободил, но без риска в эту игру под названием футбол выиграть невозможно. Поэтому есть небольшая свобода в этой атаке у ЦСКА, и подача следует на дальний угол вратарской. И здесь уже также фиксируется арбитром положение вне игры. Обменялись своими довольно-таки острыми, но без должного продолжения атаками хозяева и гости. И все начинается сначала. Седьмая минута, в отличие от игры, которую мы наблюдали до исполнения «Динамо» и ЦСКА 2006 годов рождения, этот матч будет чуть дольше. Каждый тайм по 35 минут. Это информация для тех, кто, может быть, этого еще не знает. Контратака московских армейцев. Макар Пестов полез на двоих зачем-то. Ну, Касавов себя уже зарекомендовал как достаточно хороший опорный полузащитник. Иванов. С того, что появился Касабов, у Иванова больше действий впереди. Возможности, вернее, для действий впереди появились. Подгузов смещался в центр. Да, друзья, все-таки на первых минутах центрального нападающего исполняет не Подгузов, а Ульви Бабай. Хотя частенько оказывается и на правом фланге, ближнем от нас, от нашей камеры. Тем интереснее будет за ним следить. Касабов. Рахмаков. Задензаль. Перехват неприятный. Армейцев здесь не очень много. И всего 4 динамовца перед игроком с мячом. Сейчас они уже все вернулись. Но продолжает свое шествие в штрафную Егор Шевелев. И зарабатывает тот угловой ворот Дениса Давыдова, который будет подавать Макар Пестов. Десятка армейцев, вокруг которого, вот судя по первым минутам, и строится игра позиционная ЦСКА в атаке. Зрителей уже не так много, как во время предыдущего матча, но ребята все-таки постарше и готовы уже без поддержки справляться. Подача. Пестов в штрафную. Давыдов грамотно играет. На выходе забирает. Довольно-таки легкий для него мяч. Иванов. И вот длинная передача на Задензале. И посмотрите, центральный защитник снова свою позицию оставляет. И как только понимает, что уже до мяча не доберется, мгновенно возвращается назад. Один из своих мячей. Точнее, единственный мяч в этом сезоне Задензаль забил. В Новогорске было это 2 недели назад в поединке против ФШМ. Прибежал во время контратаки вперед. Решил попробовать сейчас. Не прошло. Это у него Бабаев. Оказался теперь уже на левом фланге. Видели мы Бабаева везде. Причем прошло только 9 минут, а он уже отличился и в центре, и слева, и справа. Перехват. Иванов. Касабов. Задензаль. Они поменялись просто местами с Локтионовым. Теперь 18 номер рядом. Ему, может быть, даже удобней с рабочей левой ноги смещаться в центре, отсюда пробивать. Под Гузов. Нет, не сумел он опередить Дениса Першина. Тот абсолютно спокойно отыграл на Вадима Цветкова. Динамовцы не прекращают свой прессинг. Подгузов все-таки норовит подобрать мяч уже в чужой штрафной. А в атаке ЦСКА Донсков хорош на перехвате, но арбитр решает, что элемент фола присутствовал, поэтому дает свисток и зарабатывают
Первый опасный штрафной. Гости. Совсем недалеко установлен мяч от площадки. Штрафной Дениса Давыдова. Поэтому и стенку, наверное, придется выстроить. Чреват удар поворотом. Нет, следует подача. Причем без виска разыграли армейцы. Удар поворотом угловой. А за Дензаля. Мяч уходит за лицевую линию. Подавали футболисты ЦСКА справа. Теперь нужно попробовать слева. На сей раз это делает Артур Кусков. Ну и Денис Давыдов. По праву вратаря, по праву самого старшего в своей штрафной площадке, руководит защитниками, ждет этой подачи. От Кускова на дальнюю штангу. Ну, этот мяч прилетает абсолютно всю квоту футболистов, собравшуюся в штрафной Дениса Давыдова. 11 минут позади. Без супер опасных моментов пока что игра проходит. И очень сложно сказать, кто же именно преимуществом владеет. Пока что непонятно. Бабаев, падение. И желтая карточка под номером 1 будет предоставлена любезным арбитром 6-го номера ЦСКА Михаилу Кривенко. Именно он ее получает. Ну и времени на споры у того не остается. Нужно возвращаться в оборону и ждать этого розыгрыша от динамовцев мяча, который начнется с паса Каче. Стоп, замаку. Сейчас выдвинулся Егор Шевелев. В район центрального круга, а все остальные за линией мяча. Атаку динамовцы встречают и зарабатывают армейца в свою пользу. Бросают за боковой, здесь динамовцы поджимают. Но вот через пас низом не всегда удается выйти. За обороны грамотно под Гузов. Это не угловой, но это аут. Практически угловой. Рядом с флажком будут вводить мяч в игру динамовцы. Бессмертный. Аксионов. За мяч не зацепился. Бессмертный. Это Дензаль. Полез вперед и не прогадал. Здесь динамовцы, дай боже. За Дензалем это пас или удар был. Отворот. Только отворот, хотя... Возможно... Было не так сложно сделать точную передачу за Дензаль, но он игрок более-менее оборонительного плана. Хоть вперед любит ходить. Касалов. Разворот, передача на Ткаченко. Бабаев. Слева есть Иванов, но Бабаев тащит мяч сам и бьет поворотом с правой ноги. Касабов. Иванов. Обратно на Касабова. Это стенка, но без должного продолжения для атаки. Качека. И вот есть в центре свобода для атаки ЦСКА, но не пользуется ей, не пользуется Михаил Кривенко. Даже как напрасно эта длинная передача в исполнении уже динамовского футболиста. Борьба за преимущество. Именно то, чем мы и наблюдаем, что мы смотрим. В основном проходит она в центре поля, поэтому без большого количества опасных моментов. Игра проходит. Борьба за инициативу. Ни больше, ни меньше. За Дензай. Вот от него играй! Давыдов. Пускайся ниже. Каченко. Сформировался. Крайний атакующий защитник. Не зря я сказал атакующий. Первый гол за Динамо 2004 забил именно Ткаченко. Стал вдруг центральным. Вот.
Так оно выходит, что все три центральных защитника в составе Павла Алексеевича Алпатова уже отличиться успели. Это и Ткаченко, и это и Зыдензаль, и Горбачев, который после трансформации Ткаченко свое место в составе, судя по всему, потерял. Надолго ли? Это только будущее скажет. Матвей Лукин. Передача на Вадима Цветкова. Рядом много динамовцев. Готовы они поджать мяч, отобрать. Получилось сделать это у Касабова. Заброс в сторону Бабаева. Тот штрафной. Перевод Локтионов. Удар в одно касание. Но это с правой было. Он все-таки левша. И после каждого удара с правой он лишь напоминает нам об этом. Лукин. Пестов. Разыграл здесь мяч плеймейкер ЦСКА и побежал вперед. Передача последовала на фланг противоположный. Здесь справился с навесом Рухмаков Михаил. У нас практически уже середина первого тайма позади. Без моментов. Матч Динамо ЦСКА 2004. Да, ближе! Опыт, Донсков. Спалил здесь Донсков, хотя ему тоже досталось, боже. Как неприятно такие моменты, наверное. Любому футболисту, в частности, и нашему капитану, но стандарт заработан. Блин, ЦСКА и разрешает разыграть этот мяч сразу же. Судья встречи, но боковой рефери, обратите свое внимание, обратила главный судья, фиксирует положение вне игры. Ну, судя по реакциям, судейского состава никаких сомнений в этом. Вне игры у них нет. Бессмертный, какой подкат, и выигрывают мяч динамовцы. Ох, как негоже мяч обработал Семен Локтионов. А могло получиться опасно. Далеко не все после стандартного положения игроки ЦСКА успели вернуться назад. Так вот, судья сегодня дает без виска исполнять стандарты, причем с любых позиций. Возможно, тоже хочет, чтобы игра стала побыстрее, что ли. Поэнергичней. Ведь именно этих двух компонентов, кажется, не хватает сегодняшнему матчу. Вот к этой минуте. Лукин. Рухмаков. Перехват. Касабов. Почему же сразу не отдал на Бабаева? Решил так. Через левую бровку, через Семена Локтионова. Тиванов. Подгузов. Скидка. Бабаев. Ну, не успеет он на эту скидку. Уж слишком она была неточной. Контратака московского ЦСКА. Бессмертный не успевает здесь за Артуром Кусковым. Но успевает закрыть ему зону. Зато освобождает для Тимура. Саяна. Подача крайнего защитника. Денис Давыдов долго-долго смотрел на этот летящий к нему мяч. Все-таки забрал в последний момент. Зыдензаль. Бессмертный. Донсков. Касабов. Ну уже здесь-то перехвати. Но нет. Но мяч отскакивает футболисту в красно-сине-белом. Сегодня именно такая цветовая необычная гамма. Футболистов ЦСКА. Удар поворотом. Дальний угол наносит игрок под номером 9 Алексей Дорошенко. Для него это первый выстрел в сегодняшнем матче. Слева сюда! Что касается ударов у ворот Цветкова, то вообще не могу я припомнить таковых. Так что отдыхай, вратарь ЦСКА. Изредка может поправлять свою изящную прическу. Ткаченко. Убирал 10, поставил корпус. Андрей! Заработал аут.
для команды «Динамо». Ну вот что-то похожее есть в этих первых 20 минут на матч против «Спартака-2». Хотя там, конечно же, соперник большими силами закрывался. Свободы было меньше у «Динамовцев», но что касается какой-то, знаете ли, пассивности в решающий момент, который демонстрирует футболист «Динамо-2004», что-то схожее есть с той игрой. Сделали ли выводы эти ребята после поражения на стадионе «Спартаковец»? Подача! И был близок к голу Алексей Дорошенко. Хорошая подача. С левого фланга получилась у пятого номера ЦСКА Тимура Асаяна. Того забыли на фланге. Крайний защитник подкрался и выполнил пас, который немного, но перелетел. Дорошенко и других футболистов в штрафной площади. Ленинзай. Каченко. Касабов. Рухмаков. Локтионов. Снова Рухмаков. Пока что непонятно, кому мяч достанется. Вот только сейчас армейцы фол зарабатывают. Интересно, так же ли попытаются побыстрее мяч разыграть. Видим, что прибавили. Футболист ЦСКА по сравнению с игрой первого круга в организованность. Особенно это касается игры в обороне. Готовит свою подачу или Макар Пестов, или Артур Кусков, кто-то из них. Нет, Кусков пробегает, это Пестов. Прострельный пас, опасно, Давыдов отбивает перед собой. Ну, мяч просто отскочил перед нашим вратарем, и нужно было среагировать хоть как-то. Он хоть как-то и среагировал. Большой красавец Денис Давыдов. Атака ЦСКА продолжается. Удар в ближний. Снова Денис Давыдов. Не позволяет пока что пропустить Динамовской академии первый мяч в сегодняшнем игровом дне. Именно вратарь Динамо 2004. Да. Подсели бело-голубые. Еще один угловой заработали армейцы. Точно же Макар Пестов. Исполнитель любого, наверное, рода стандартов в составе ЦСКА. Будет подавать справа фланга. Угловых много у ворот Давыдова. Пока же справляется Бабаев. Подбор за армейцами. Но в офсайде оказывается Алексей Дорошенко. Ну и после такого нервного отрезка для всей динамовской стороны пользуется небольшой паузой Павел Алексеевич Алпатов, указывая на все возможные недочеты своим футболистам. Ну, Касалов приводит момент на ровном месте. Отбились. Бессмертный. Полис в оба горшок около своей штрафной площади. Пример Касабова не учит, такое ощущение. Секундной давности, Бабаев. Такая же ситуация. Тацков жестко ставит ногу. И рождается эта контратака Динамо. Но Цветков ждал передачу в сторону Подгузова, поэтому уже был готов сыграть на перехвате. Все читают армейцы. Хорошо играет ЦСКА. Что нельзя сказать про нашу команду прямо сейчас, к сожалению. Соня, Соня, пошел, опа, и остановился. Зачем? Не надо думать, сзади тебя уже есть. Ты должен его сразу накрыть, понял? Чтобы он не ушел ни в центр, ни подумать. Теперь уже и Подгузов, и Бабаев, они здесь. Еще раз! В своей половине поля отбиваются. Подача с правого фланга. Армейцев меньше, но тем не менее удар наносит Кусков. На месте Денис Давыдов. Пока что лучший игрок в составе динамовцев именно галки. И это не всегда хорошо. Ну и не всегда плохо. Локтионов.
Пас на Подгузова. Ну, с тем спокойно справляется капитан команды ЦСКА. Матвей Лукин. Ну, передача у Локтионова не самая хорошая вышла. Цветков. На обманном движении поймал сразу несколько футболистов Динамо. Все подумали, что вот последует пас налево. А последовал направо. На Лукина. Тут обратно на Цветкова. Сейчас. Мяч получает другой центральный защитник ЦСКА. Здесь уже динамовцы готовы поджать. Мимо опорной зоны проносится вихрем. Это атака футболистов ЦСКА. С левого фланга подача от Кускова. Денис Давыдов безупречен на перехвате в очередной раз. Подгузов. Немного не вошел в ощущение 20 номер. И, возможно, Павел Васильевич Алпатов уже начинает задумываться о первом изменении в составе. Подгузов, если мяч и получает, то сразу же его теряет. И такие моменты кажется, что футболист перегорел. Но, опять же, каких-то громких выводов, наверное, не стоит делать. А Войсич еще и Вась забьет. Прессингует именно Подгузов голкипера. И тот далеко-далеко на трибуны выбивает мяч. Аут пользу Динамо. Но вот возможность немного мяч подержать на чужой половине. Паузу таким образом выдержать. Да, вот здесь. Эта ситуация не в пользу хозяев поля складывается в последние минуты. Счет пока что не катастрофичен. Он 0-0 и ни одного гола. Кстати, мы уже практически за полтора тайма сегодня не увидели. Сухой день, несмотря на то, что дождь уже прошел. Зиндензаль. Каченко. Рухмаков. А в пользу Динамо. Внимательный перевод сразу, понял, да? Подгузов. Остановил мяч для Локтионова, но тот первым же касанием почему-то очень далеко от себя этот самый мяч отпустил. Бессмертный в касание на Бабаева. Здесь рождается уже и скорость, но когда у Льюис с мячом. Подача на другую сторону штрафной площади. Подача крайне неудачная. Ну, Бабаев хорош, наверное, больше в завершении, нежели в искусстве подавать. Иванов. Этот удар должен был быть накрыт. Бабаев офсайд. Ну, Бабаев понимал, что, скорее всего, бить ему не с руки. А вот еще и желтая получится. Дензаль. Одним лишь своим уверенным взглядом повалил соперника Леон Дензаль. А вот пользу Бабаева. Но это не позволяет болельщикам Динамо на скорости атаку провести, поэтому своих подопечных хвалит наставник армейца. Бабаев оставил мяч в поле. Оставил мяч в поле и бессмертный, но для футболиста гостей. Окей. Нельзя сказать, что динамовцы сегодня по хозяйке себя ведут. Стадион не Октябрь, что-то такое прослеживалось. Да совдоль. Пас низом. Михаил Кривенко. И удар по воротам! Наносит Макар Пестов. И это было красиво. Попади еще мяч в створ ворот. Возможно, Денис Давыдов контролировал ситуацию. Но кажется, что скорее нет. Повезло динамовцам, что мяч пролетел мимо владений их голкипера. Касабов. Каченко. Ну вот первый удар из-за предела штрафной площади мы с вами увидели. Динамовцев такой был один в исполнении Иванова, но его тут же заблокировали защитник. Так таковым ударом даже то назвать сложно. Локтионов успел и выбил за боковую. 5 минут с небольшим остается у нас до перерыва. 0-0. Динамовцы по большей своей части держат оборону. Ну, примерно такую же картину мы наблюдали во втором тайме поединка «Динамо-2006» и «ЦСКА-2006». Двигай! Та встреча. Да двигай! Голы Двигай! Не Браво! Подарила. Заданзаль. Вперед бросает мяч на Бабаева.
Бабаев в своей излюбленной манере практически оторвался от оппонента. Иванов не подстраховал атаки футболисты армейского коллектива. Лукин ускоряется и натыкается на Донску. Еще один перехват на чужой половине поля. Вот таких вот перехватов, конечно же, футболистам «Динамо» нужно позволять сопернику совершать поменьше. Стой, Суженя, стой! Макар, стой! Это приводит к тому, что ЦСКА несколько подряд минут не вылезает с чужой половины. Не позволяет и нас им даже контратаковать. Не то, чтобы владеть преимуществом территориально. Иди, иди! Иди! Бессмертный. Зензаль. Иванов. Давыдов. Каченко. Динамовцы были той командой, которые провели свой матч предыдущий домашний против ФШМ. Очень хорошо. Единственный, кто разгромил соперника. Ну а потом какое-то непонятное стечение обстоятельств или, может быть, помутнение, случившееся второй раз в сезоне поединки против Спартака 2 с подопечными Павла Алексеевича Алпатова и проигрыш. Сейчас динамовцы точно не сильнее своих оппонентов в первом тайме. Бессмертный. Бабаев. Да, может произойти все, что угодно. Даже такие потери, которые допускает Леон Зенденцаль. Давыдов вышел из ворот и практически мяч того перелетел. Давыдов уже на взрослом уровне играет. Ну, может быть, на юношеском. Осечек детских не совершает голкипер «Динамо-2004». И пенальти парировал. Поединки против «Спартака-2». Правда, на результат это не сказалось. Но все-таки момент был. Момент был. Неплохо себя проявлял и матч ЦСКА первого круга. Неплохо проявляет себя и сегодня. Лучший игрок в составе «Динамо-2004». Думаю, тут другого мнения быть не может. Денис Давыд. Выравнивай, Макар! Миша! Выбивает он на чужой половине поля. Под гузов скидка. На Лукин. Того опередил, поэтому мало пользу «Динамо» будет. Хотелось бы, чтобы вот эти последние две минуты первого тайма динамовцы на чужой половине поля провели. Но сначала нужно мяч сюда перевести. Зенензай. Да, умничка! Каченко. Снова от Каченко. Зенензай. Динамовцы с мячом эту часть матча проводят, но не на чужой половине поля, к сожалению. Вот только последовало длинная передача вперед, сразу перехват. Но здесь уже перехват ответный. Иванов, пас на Бабаева. Захотел сначала, наверное, между двумя защитниками мяч протолкнуть. Потом передумал, в итоге получил защитник. От Иванова мяч уходит и прилетает прямо в тренерский штаб, в тренерский штаб гостей. Может, отомстят своих более старших товарищей гостя. Пока что не забившие. Ровным счетом, как и динамовцы. Рухмаков. Пас вперед. Кто здесь будет первым на мяче, это очень важно. Донсков. Выиграл мяч для Подгузова, но тот снова борьбу проигрывает. Иванов. Бабаев. Справа есть бессмертный, но Бабаев играет на Подгузова. И только потом уже на нашего крайнего защитника передача последовала. И угловой. Как финальная точка этой атаки, а может быть, начальная чего-то большего. Но вот в течение следующих 20 секунд, которые остались до конца первого тайма, мы с вами об этом узнаем. Угловой будет подавать Семен Локтионов. Ну, тут слева удобно.
Подача! Донсков удар по воротам! Добивание будет ли? Опасно! Где мяч? Локтионов слева! И куда же это был? Удар направлен! Первый тайм завершен, друзья, но на мажорной ноте, так скажем, динамовцы имели отличный шанс отличиться и забить в раздевалку. К сожалению, этого не произошло. Надеемся, что произойдет и не раз в тайме под номером 2. Перерыв.